преддверии Дня защитника Отечества 7 фотографов молодежного центра «Горком-35» открывают выставку «Мужской выбор». Это фоторассказ о рабочих буднях мужчин самых разных профессий. Подробности узнавала Мария Суворова. Летчик, пожарный, полицейский, учитель, врач, кинолог. Профессии, которые так необходимы обществу. Участники творческой лаборатории молодежного центра «Горком-35» представят на выставке фотографии 11 героев. На выставке представлено 45 работ. Их подготовила творческая лаборатория нашего молодежного центра. Это фотографы и журналисты. Они сами выступили инициатором, чтобы вот к 23 февраля такой вот показать мужской выбор, мужские профессии, которые им кажутся интересными и такими типичными для мужчин. Фотограф Александр Морозов, например, работал с кинологом. Чтобы сделать хорошие кадры, пришлось подружиться и с лучшим другом своего героя, служебной овчаркой. Собачку, которую выпустили для съемки, они... Я как понял, долгое время проводят в клетке, и после того, как их выпускают, но они, грубо говоря, радуются свободе и бегают. И в течение получаса она бегала по открытой зоне, и ее просто невозможно было поймать и успокоить, чтобы сделать нормальный снимок. Познакомиться с фотоверсией рабочих будней настоящих вологодских мужчин можно в молодежном центре «Горком-35». Открытие выставки состоится 21 февраля в 18 часов. Мария Суворова, Антон Лукьянов, Максим Тышковец, Вологда Портал.